«Милый сердцу уголок, край родной Уварова». Эти строки стихотворения Татьяны Кудрявцевой в полной мере отражают условия участия в новом конкурсе уваровского телевидения. Самое лучшее фото уютного уголка родного города. Год за годом Уварова живет и развивается, приобретая свой неповторимый облик. Здесь много уютных дворов и улиц, достопримечательностей, зон отдыха и просто дорогих сердцу мест. Все это смогли отразить в своем творчестве участники. В итоге в конкурсе приняли участие 3 конкурсанта и 4 работы. Определить победителя было призвано интернет-голосование, организованное в официальных группах уваровского телевидения в социальных сетях. По суммарному итогу в 2 группах с небольшим отрывом победила работа Екатерины Башкатовой. За нее проголосовал 41 человек в «Одноклассниках» и 166 ВКонтакте. Когда я увидела в группе уваровского телевидения эту запись с конкурсом, то я сразу решила, что буду принимать участие. Отправилась искать среди своих фотографий фотографию города. Фотография, которую я отправила вам на конкурс, была сделана случайно по пути на речку. Я просто повернулась и решила снять красивый вид. Вторым стал Илья Уваров. Его итоги – 39 человек в «Одноклассниках» и 153 ВКонтакте. Наша редакция хотела бы особо отметить именно Илью, который прислал на конкурс 2 фотоработы. Они отличаются достойным построением композиции кадра, наличием темы и определенного настроения фотографии. Стоит отметить, что работа Ильи номер 3 тоже вошла в число призеров. Еще одна участница Елена Никулина также представила на конкурс 2 работы. Но одна из фотографий, на взгляд редакции, не соответствует тематике конкурса, поэтому в голосовании участвовало только одно фото. Участников и победителей ждали призы от сетевого партнера канала ТНТ и спонсора конкурса магазина «Богемия». Поздравляю вас с победой в конкурсе и вручаю вам маленький презент от нас. Спасибо. Магазин «Богемия». Здесь представлен огромный выбор мягких игрушек, украшений из серебра, композиций из живых цветов в коробках, корзинках и свадебная флористика в ассортименте и на заказ. Что же касается фотогалереи участников конкурса «Уютный уголок Уварова», то она стала отличным подарком городу к 50-летнему юбилею. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, «Наш город».